Понимаю. Ребята, расслабленная стопа. Расслабленная стопа. Мягкая стопа. Перенос весь тела. Назад не прыгается. В каком месте? Покажи. Покажи, где назад не прыгнул себе. Со мной, давай. Я наношу. Я первый номер, да? Ну. Что ты сделал? Где ты назад-то ушел? Тут ты себя и должен разогнать. Так, прыгнуть. Попробуй. Не прыгать. Прыгни. Так ты сделай просто. Не, ну так доставай. Ты мне во встречу бьешь? Ну да. А? Это задание. Не прыгается, потому что делать надо. Пойдемте. Вторая. Сейчас сюда же добавляем. Теперь. Второй номер также отвечает. Но второй номер теперь добавляет то же самое, та же передняя рука ваша, та же передняя рука, да? Давайте теперь уже в ладошечку поиграем. То есть вот, их ты! Вот, ладонь у обоих здесь мягкая. Вот если у вас будет мягкое движение, не будете вы резко заваливаться, у вас будет. Попробуйте сделать это не так быстро. Попробуйте сделать это где-то медленно. Раза три медленно. То есть раз, два, ты мне ответил. Прыгнул левый. И я после его левого пробиваю еще два левых удара. Раз, два. Ты будешь отпрыгивать? Буду. Попробуй, давай со мной. То есть ты сейчас. Раз, два, раз, два. Еще раз. Отпрыгнул. Где ты далеко ушел? Вот ты отпрыгнул от меня. Подпрыгнул с удара в меня. Два. Отпрыгиваешь опять. Раз, два. Я движение сделал. Вот сюда, наклонился, ребят. Я наклонился на. Я не подсел вот здесь, не ручкой сделал движение. Так. Наклон у меня идет, сохранился здесь. И отсюда сделайте, попробуйте сымитировать продолжение. Да, например. Та. Даже встать можно. Хорошо? Ну, как бы имитацию. Пока не делайте, не имитируйте. Но именно вот это раскатать. Раз, два, раз, раз. Оп, ушел. Раз, два, раз, раз. Оп, ушел. Попробовали. Помогите друг другу медленно. Напрягите голеностоп. Пробуем. Ноги ширше можно поставить, но голеностоп напряженный. Время. Задняя нога у тебя аж вот там находится. Посмотри, два подскока. Вот если без рук, посмотри, ногами ничего не меняется. Вперед, назад, вперед, вперед. А корпус уже работает. Раз, два, раз, два. Просто наклонился. Видишь, параллельно полу. Вот локоточек. Посмотри, где у меня локоть оказался. Локоть второй правый. Видишь, где оказался? Я на него просто наклонился. Да. У меня здесь, вот у меня квадрат опоры. Я могу наклоняться, не падая на ноги. Раз, два, раз, раз. Оп, выход будет. Пробуй. На носочках. Не торопись, два движения. Ты уже на втором ответном ударе, раз, два, уже начинаешь вот сюда наклоняться. Там, опа. Я просто наклонился, ноги также сработали. Вперед, назад, вперед, вперед. Вперед, назад, вперед, вперед. Наклонился просто. Поменялись. Поднять левую руку, пожалуйста. Подними левую руку. Подними левую руку. Держите стоечку. Вот. Левая рука у подбородка. У подбородка правая рука. Правая рука у подбородка. Делайте касание. Смотри. Не-не-не-не. Смотри. Вот ты левша. Пускай он не делает тебе в унисон. То же самое, ты свое отрабатывай. Сам попробуй, посмотри. Ты уже левше проиграл, понимаешь? Твоя нога уже вот здесь оказалась. Вот ты на году. И тебе до него сейчас доходить, вот сюда заходить не надо. У тебя как бы дальняя дистанция. Ты иди ко мне. Ты атаку вызов сделал. Да не ты. Ты до него, вот тебе до него вот сюда достаточно подпрыгнуть.
Так. Нащупал, да? Да. Там. Оп. И вот здесь. Так, дам сюда. Но для левши, как бы, считается, хоть и опасно, посмотри на меня. Да, только ты не подсаживайся. Ты не подсаживайся. Ты смотри, что движение должно быть у тебя. Раз. И я наклонился. Я просто наклонился. Вот на втором движении твоя нога должна вот сюда пойти. Подсаживайся, наклоняйся. Да, посмотри. Вот просто наклони. Посмотри, вот я локоток поднял. И нога, посмотри, где твоя должна оказаться. Посмотри. Раз, два. Раз, два. И зашел. Да, за него нога должна оказаться. Первым мы не заходим. Не заходим. А вот на вторую уже туда. Да, на третьем. Ну, на третьем. Да, пробуй. Кто у вас отрабатывает? Я второй. А где движение? Кто первый номер? Я первый. Ну покажи мне быстрее. Раз, два. Чего ты ждешь его? Время! Ребят, динамика нужна. Здесь не то, что первый, второй какой-то. Здесь, если не будет вашей динамики, какая? Пускай второй номер не успевает. Вот у вас была сейчас ситуация, да? Ты раз, он полчаса думает, отвечать тебе или нет. Понимаешь? То есть ты сам элемент, сам эпизод остановил. Вперед, назад, вперед, вперед. Проходишь. А ты остановился, ждешь пока он. Ну, не ответил он тебе, ну что же делать? Даже вот если я делаю, например, движение, там, левый прямой, раз, уклон сюда, да-да-да. Но уклон-то как бы от правого прямого, да? Правильно? А если нет правого прямого? Кто мне мешает уклон сделать? Я все равно с дальней дистанции, там, да, оп, перешел в ближнюю дистанцию, и тут и порвал все. Правильно? Делать, динамика нужна, понимаешь? Не надо останавливаться. Ребят, и сейчас на пасашок. Здесь локоточки, фронтальника встали. Фронтальника встали. Первый, второй номер. Наклониться. Здесь плечики. Вот это вот наглое вот такое выражение. Че кого? Опа. Вот здесь. Вот. Вот в это положение косяковое. Вы, у вас нету, вы не можете амплитуду сделать. Вот сюда наклониться. И вот я первый номер. Отклон. Угу. Уклон вправо. Уклон. Видите, что творит? Как на где наклоняется? Он сюда отклонился и там пытается уклон сделать. Вот этот уклон, он как наклон, только в сторону. С пятой, да, без пятки, согни коленочки. И здесь третье движение, не поклон вот этот вот, а подсесть попой. Раз, два, три, раз, два, давай я работаю. Раз, два, три, сесть, раз, пошел, отклон, мягче. Не делай быстрее меня. Отклон, уклон, молодец, нырок. Раз, два, три, мягко стой, корпусом работаю. Ручки мои, видите, как идут? Одно движение из другого. Эх! Угу. Пробуем. Встали мягко. Иди ко мне. Давай, поехали. Ножки, да, все хорошо. Коленочки, оп. Еще раз, вот так ручки ставь. Шире ноги поставь, на меня смотри. Пошел, отклон. Оп, отклон. Отклон. Что сейчас задание? Время. Глеб. Ребят, для всех, вот эта группировка основная. Вот здесь, вот, согнитесь, вот, вот вы пошли. Оп. Вот, в шарик крутитесь. Вот здесь ручки, локоточки в себя. Раз, два, три, раз, два, три. Погнали. Первый номер бьет три удара. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ладошкой за затылок на боковом. Миша, Миша, встаньте фронтально, пожалуйста. Я же показывал даже. Ну где? Оп, стоечка, пошел. Раз, два. Ну где уклон? Где? Делай уклончик. Разворачивайся. Да, оп, на меня голова, всегда прямо голова. Вот твоя ручка здесь, вот локоток здесь. Подсел, оп, подсел. Игнат, ты наклоняешься. Вот посмотри, иди сюда. Встал. Вот просто смотри. Вот ты уклон сделал когда, да? Да, молодец. Видишь, разверни пятку за собой. Чуть. Пятку разверни, вот подсел, видишь? На меня глазки смотри, меня смотри, мне в глаза смотри. И посмотри, следующее движение ты делаешь что? Садись попой, садись. Оп, сел. Понял? Угу. Куда ты крутишься? Оп, сел, оп, опять пошел. Отклон, уклон, голова в меня, пожалуйста. Уклон, нырок, подсел, подсел, подсадись попой вниз. Делай движение, сел, пошел, отклон, молодец.
Уклон, умница. Сел попой, молодец.